А что вы знаете о духовности? О, духовности я знаю очень много. Ну, отдельная тема разговора. Да. Здесь, наверное, у нас формат немножко не тот, чтобы говорить о духовности. Скажем так, у меня был личный опыт, который доказывает на 100% существование Бога и всех этих вот духовных вещей, что человек это духовное существо, что Бог существует, что в основе своей, внутри, в душе каждый человек хороший, даже самый последний негодяй и преступник, вот, и тролль. Они все хорошие. Соответственно, почему человек ведет неоптимальное поведение свое, да, и какие-то грехи совершает, как-то это. Чаще всего это ошибки. Ошибки из-за недостатка данных. Недостатка данных, необразованности, глупости, черствости, вот этих вещей. То есть меня очень сильно расстраивают или возмущают, не знаю, как правильно сказать, врачи или там специалисты любые другие, да, которые утверждают что-то, ничего об этом не зная. Да. Вот эти люди, я переживаю за них. Потому что суждение можно выносить, когда ты это знаешь, этим пользовался, это видел, это трогал, это чувствовал. Вот. Суждение, которое выносится на основе каких-то своих умозаключений, ни на чем не основанных, это глупость и чаще всего приводит к ошибкам.